Так, всем привет! Вы на канале Китай ТВ, и у нас очередная посылочка из Китая, которая шла до меня 3 месяца. Да. Она пришла вот 2-го, так получается, это февраль. Ай, какого 24-го февраля. И все не могла дойти. А все потому, что я не жил во своем городе. Я был в другом городе, влюбленный. Ну, теперь я свободный. Ура, ура. Так, ну что ж, не будем зацикливаться. Давайте вскроем сразу же. Я знаю, что там. Это знаете, я даже не знаю полного названия этого всего. Это у нас на кран. Такие штучки, дрючки, вот такие вот, светодиодные. На кран, в общем, делаешь, и вода начинает там разными цветами переливаться. Так, надеюсь, за 3 месяца они не поломались, ничего там не случилось. Сейчас я вставлю в кран, и мы посмотрим. Так, ребятушки. Вот эти вот штучки не подходят мне, но они подходят, в принципе, для всех кранов. У меня не очень они новые, а в ванной он вообще не открутился, там у сместителя эта штучка. Я не разбираюсь ничего в сантехнике, так что я говорю так, как, в принципе, знаю. Так, к чему это я все, в принципе, веду? Вот эти вот две штучки, вот этот пульт, если кто не знает, я вам расскажу. Это пульт дистанционного управления. Он, в общем, он на все телевизоры подходит. Вот. Он рабочий, все. Брелок как. Вообще легонький, прикольненький. И вот такая вот у нас затвор мобильного телефона, чтобы делать селфи, фоткаться на расстоянии. 10 метров. Все, естественно, с батарейками идет. Я это разыграю. Все, вот это я разыграю. Так, условия конкурса: подписка на канал и написать «я участвую». Все. Вот такой вот простенький. Выберем рандомным образом. Победитель будет объявлен через 7 дней. То есть нужно подписаться на канал и в комментариях указать «я участвую». Все. Никуда не надо ни в соцсети видео это сбрасывать, ничего. Так. В принципе, все понятно, думаю, вам. Вот это. То есть сместитель, вот эта светодиодная штучка, пульт и селфи пульт тоже уходит одному человеку. Через 7 дней будет выявлен победитель рандомным образом. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.